Сегодня я расскажу вам о море, ведь Малакка все-таки находится в Малакском проливе и имеет выход к морю. Но море есть, а пляжей нет. Видите, какие валуны? Справа штучный остров, а слева пирс, а посередине валуны. Это один из пляжей Малакки. А вот как будет выглядеть штучный остров в недалеком будущем. Будет просто рай и сказка. Надеемся на это. Но пока я иду искать другие пляжи Малакки. Для этого захожу на какую-то непонятную дорогу. Вот видим справа от меня окраина Малакки. А я продвигаюсь вперед. Ближе к пляжу натыкаюсь на такие вот непонятные постройки, наверное, бомжи. А вот, собственно, и сам пляж. Снова везде валуны. Они здесь для того, чтобы море не забирало песок. Здесь очень сильные отливы и приливы. Такой вот пляж. Сейчас очень большие тучи, и море кажется мутным. А вот собственный песок, если убрать валуны, то довольно-таки приятный. Ну а это я прошелся левее, и здесь я подошел к заливу. Здесь особенно видны отливы и приливы Малакского пролива. Море выглядит как грязная лужа. Но на самом деле это не так, нужно просто солнце. А это снова песок. Здесь огромная территория, она заросшая, потому что здесь, вот видите, какие отливы. Они проходят на десятки метров. Это, конечно же, не каждый день бывает, но я вот попал конкретно в тот день, когда море отошло от берегов Малакки. Но это не беда. Вы можете прокатиться вот на таком утином рейсе. Так и называется он, утиный рейс, стоит 40 рингит. Видите, кстати, какое море уже красивое, когда светит солнышко. Можете заказать катер и прокатиться на нем. Тоже, наверное, классно. У берегов Малакки очень много таких вот огромных кораблей, которые грузятся песком. Это пляж возле мечети на наносном острове. Снова везде валуны. А пройдя немного вправо, можно попасть вот в бухточку. Кстати, видите, местные здесь любят ловить рыбу. А вот сама бухточка. Она, к счастью,
не забросано камнями, и здесь вы видите, какой красивый песок. Наверное, здесь можно и искупаться. Правда, я купаться не люблю, поэтому не испытывал воды этого залива. Ну а справа снова от меня проходит заграждение из валунов. Но море в этот день уже было намного приятнее, потому что светило солнышко и видно, что оно все-таки голубое. Проблема только в том, что все стечные воды из Малаки, да, к сожалению, сходятся в этом море. Вот видите, рыбаки здесь ловят рыбу. В момент, когда море немного отходит от берегов Малаки, сюда подходят рыбаки и сетями вылавливают рыбу. Что они ловят, я так и не понял, потому что я сидел около получаса и ничего не увидел в их сетях. А это, видите, фешенебельные, скажем в кавычках, дома, которые находятся на берегу Малаки и Малакского залива, но в то же время местные не могут здесь купаться. А это просто красивый флаг, наверное, пиратов Малаки. Вот я дошел до места, где есть мангровые заросли, и в момент отлива это все выглядит приблизительно вот так. Вдалеке вы видите огромную баржу, которая здесь грузится. А вот и напоминает наших бычков, но они могут жить какое-то время без воды. Но эти птички меня достали. Они, их здесь настолько много, и они так кричат, каркают, или не знаю, как это назвать. Это место напоминает мне Янгон. Там было такое же. Ну а вот мы снова возвращаемся к мангровым зарослям, и вот сейчас отлив, и вы видите крабов. Здесь много всякой живности, и я здесь немножко позависал, конечно же. Крабики особо интересны, я не все сумел заснять, когда были интересные моменты, пока вынул камеру, пока настроил, все уже прошло, но все равно красиво. Так что вот такое оно, море Малаки. Если вы хотите купаться, то точно вам тогда не в Малаку. Ищите другие пляжи. А Малака чисто для интеллектуального отдыха. Если интересует море, то сюда стоит приехать только для того, чтобы посмотреть на живность, которая живет в этом море, и на округу. Вот, например, на момент отлива очень колоссально и очень красиво. Тоже интересно посмотреть. Всем пока, до встречи!